надо его потестировать. Вообще. Крутите его сколько хотите. Ну, ладно. Да. На тест дал, да? Ну, дал на тест, но говорит. Давай, я тогда здесь тренажером и на силовую, а ты идешь на прыжки. Минут по 7, да? По 10. Доброе утро. Часть ребят на тренажер приходят, вот, тянут тренажер. Часть ребят уходят на прыжки, на прыжочки. Вот. Потом все встречаются в городке. Егор, руки, смотри, касаются. Вот здесь пальцы касаются бедра. Угу. Что ты раздвигаешь широко? У нас на первом сборе не было тренажера вообще. Можно сказать, первая тренировка. Стоит не, ну, на тяжелой позиции. Давайте сразу давим, жмем как положено. Прорабатываем мышцы. Как спалось-то? Нормально? Да. Выспались? Да. Я, правда, один раз в 3 часа ночи проснулся. Пить? Угу. Ну, ничего. Бывает. На выносе отдыхай. Да, раз. Расслабил. И начальное движение сразу. Сразу начинаю. Да? Угу. Ну что, Влад, похоже, ты соскучился, да, по тренажерчику-то? А? Дома ты не делал? Дома нету. Вообще нет, да? Видно, соскучился. Егор, можешь пальцем большим контролировать, зацепился за бедро или нет? Потому что руки широко ставишь. Проноси рядом с бедром. Идете, бежите вот на подъемчик, вот видите, где Сан Саныч, и там небольшая прыжковая вставочка будет, вот, да. Ну, там вдоль, первый подъем. А ребята сюда приходят, отправляйте их на тренажер оттуда, пошире поставь ноги, да. Вот видишь, Влад чуть-чуть, Осипов, зажатый такой. Зажато, надо руки выносить свободно. Все? Да. Давайте. Егор, ну все, на прыжки теперь. Да, ему привет. Доброе утро. Так, смотри. Проход до второго столба. Многоскок, потом лягушка. Две лягушки, две перекидки, четыре многоскока. Вот между ними прыжковая серия туда, ну, многоскок, понял? Ага. Как распрыгиваетесь, потом делаете упражнение техническое, потом снова распрыгиваетесь, растворяйте. После каждого этого технически сложного упражнения делайте распрыжку туда, чтобы немножко мышцы отошли, поняли? Я фиксирую коленный сустав, не надо его фиксировать, давай. Владик, до конца раскрывай колено, не выталкивай корпус. Помягче, Данил, помягче, опять как бы ступить ударную цель, мешаешь подсечь тебе, ну, сходу. Не закидывай предплечье. Ага. Ага. Жестко приземляешься, мягче, сразу уход вниз. Андрей, слишком низковато в некоторых моментах, низковато, на всей стопе стой, но при этом коленами накрывай стопу. Коленями. Слава, смещай больше таз. Смещай. Разворот идет, как бы, понял?
заноси, заноси. Еще раз давай, три упражнения. Раз, два, занес больше, правую часть особенно. Опять остаешься, оп, оп, еще раз. Смотри, раз, четко занес, ты остаешься в этом положении, не дошел тазом, понял? И пытаешься вытолкнуться в противовес. Ты сначала уведи центр тяжести, она такая же ошибка и на коньке присутствует. Коньковую часть, давай. Оп, подожди. Так, ладно. Потом телефон я тебе сниму в проекции, в боковой, чтобы ты понял. У тебя еще одна будет проход один? Да, да, да. Давай. Угу. 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 Чуть-чуть смести всю конструкцию вперед. Чуть-чуть, как бы, как будто бы упади тазом. Да, да, да. Немножко сзади подвисает. Так. Угу. Мягче, мягче, мягче. Мягче приземление. Ага. Раз, сразу уход вниз. Не мешай себе вниз нырнуть. Колени, таз немножко подвисает сзади. Чуть вперед, как бы, понял? За счет того, что колени надломил вперед, понял? Но при этом стой на всей стопе. Ага. Саня, руки, руки, руки. Вот, плечо, плечо выше подними. Ага, вот. Долго, долго опускаешься. Руслан. Толкаешься резко, но мешаешь себе чуть-чуть. Раз, подожди, смотри, дольше лети. Смотри, видишь? Смотри. Видишь, я лечу после каждого упражнения. Понял? Вперед, вперед, чуть-чуть вперед, да. Вот. Мягче приземление, мягче, мягче, мягче. Стопы параллельно друг другу. Пятку не заваливай вовнутрь, параллельно, параллельно, да. Ну, маховый, это раз после каждого, понимаешь? Ты либо руки сделал, вот прыгаешь, понимаешь? Ну, ты создай инерцию. У тебя недостаточно вот этой части выброса. Оно и в коньке тоже так же. Раз, понимаешь? Не хватит. И здесь это, вот, почувствуй движение за руками. Ребята, локти повыше в упражнении, перекидка. Владик, раскрываешь ногу сразу с накрытым коленом стопой, сразу колено накрывает. Стопу не вытаскиваешь вперед, только коленом. Подожди, подожди. Смотри, что делаешь. Движение так, таз остается на месте, ты вправо развернулся. И по сути ты раз, раз, понял? Раз, раз. А ты должен таз сразу хоп, хоп, сместить. Понял? Руки подключил. Видишь? Но у меня таз уходит каждый раз. Ясно? Задача таз направить вправо. Подожди, стой. Смотри, вот я лечу, да? У меня колено накрывает стопу. Я приземляюсь с накрытым коленом. Ты что делаешь? Ты ногу выпрямил, ей наткнулся и потом на нее уходишь. Не выпрямляй ногу. Представь, что у тебя центр. Тебе нужно двинуть только таз. Таз. Ничто другое. И, соответственно, ты сосредотачиваешься на том, чтобы вытолкнуть. Нога у тебя только под ним находится, не надо ее двигать. Ты как вытолкнул таз, нога встала вниз. Вытолкнул, встала. А ты, получается, за ногой сопровождаешься. Понял? Не сопровождаешь, сопровождаешь себя за ногой движение. Получается, у тебя нога идет вперед, но она должна находиться под тазом. Понял? О, ты тянул тренажер? Все, разминка в городке. Сделайте упражнение на вынос, там резина есть. Разворачивай. Чуть-чуть вперед смещайся, больше как бы падающего движения. Сильно вниз не приседай. Сильно. Вот. Держи ногу для опоры. Ага. Вот. Вправо. Вот. Вот. Движение. Ага. Давай чуть-чуть лучше. Ага. Все, давайте разминку в городке делайте. Сделайте необычные упражнения на вынос. Можно подход, брусья, подтягивание, штангу и все, идите на завтрак. Три зарядки в неделю у нас. Андрей, таз сзади, таз сзади. Вот смотри, подожди, подожди, подожди. Вот смотри, ты прыгнул, смотри, нога. Раз. И вот ты так, вот ты прыгнул, ты в этом положении. Как у тебя таз здесь, а нога тут. А такого вообще не должно быть. Ты должен находиться уже вот здесь. Вывод какой?
если ты выталкивание делаешь, ты лети, но ты ногу оставь в покое. Вот что ты ее вперед тащишь? Оно точно так же, когда ты коньком делаешь, вот ногу уехал, таз посередине, вот оно, двухопорное скольжение, понимаешь? Ты этого не избежишь никак. Начни с того, что начни избегать в этом упражнении подводящем. Вот, ты подсел, выталкиваешься, летишь, вот у тебя нога, она находится под тазом, ты приземлился. Все элементарно. Давай, пробуй. Да. Так, да. Помнишь, я говорил, колено все время ведет. Вытолкнулся, да. Чуть-чуть, да. Вытолкнись, вытолкнись. Снизу вверх. Смотри. Да, подожди, смотри. Раз, видишь, я вытолкнулся, перешел. Раз, у меня прыжок ярко выраженный. Видишь? Давай. Угу. Не бойся, не бойся, что-то все будет нормально. Угу. Да. Да, таз, 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 ты прям. Вот, чуть-чуть вперед прям корпус положи. Ничего, ничего, ты должен впереди находиться. Положи корпус, вот в пояснице прогнулся. Тихо, вот, еще, понял? Давай, вынос рук. Вот. Вот. Да. Ну, не старайся шаг вперед большой сделать. Больше по сторонам работай. Да. 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 Руки контролируй назад. Впереди. Сзади. Ну. Ага. Ага. Хорош. Все. Таз, 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 смещай полностью, полностью. Ага. Ну, смотри, ты главное таз смести на ногу. Эта нога чуть-чуть ближе в серединку для опоры, что не надо ее туда закидывать. Это не обязательно, понял? Сейчас в городке идете на тренажеры. Кто не тянул тренажеры, работайте с тренажерами сначала 10 минут. Затем в городке резина, жим, подойти.